Всем привет-привет, ребята! Я Элли. Сегодня с вами буду снимать видео. И сегодня ко мне должна прийти моя подружка. Привет, ребята! Я очень рада вас видеть сегодня. Но кто сегодня ко мне придет, я еще и пока сама не знаю. Но жду я сегодня кого-то из своих подружек. Они обещали принести какую-то игру новую. Кто же ко мне придет сегодня? Привет! Привет! Я очень рада тебя видеть, земляничка. Я тебя тоже. Я так давно тебя не видела. Где ты пропадала? Ну, мы с мамой ехали в гости к бабушке. Ура! Я рада, что ты ко мне сегодня пришла. Ура! А что вы делали у бабушки? Мы раскрасывали раскраской. И я увидела набор. Мне очень он понравился и решила распаковывать с тобой. Какой красивый! Это тебе мама купила или бабушка? Бабушка. Ой, какой классный! Спасибо здесь. Тебе большое! Я такого никогда еще не видела. Это такой гравюра, серебро. Давай прочитаем. Здесь написано, что это Дисней. Гравюра серебро. Дисней почему? Потому что это, наверное, из мультика диснеевского. Нет, это серия Дисней. Ага. А это мультик диснеевский? Да. Ариэль. Ариэль, да. Написано 6 плюсом, потому что меньше детки не смогут, наверное, это задание сделать, да? Ага. Что еще там? Давай мы сзади повернем. Хороший динозавр, это Дисней сделал. Ага. Давай повернем сзади, прочитаем инструкцию, как делать там. Прочитаем, покажи поближе ребятам всем. Так, что же это нужно здесь сделать? Специальным штихелем по контурным... По контурным линиям процарапай слой светлой краски. Протри изображение сухой мягкой салфеткой. И твоя гравюра готова. Наверное, она будет как серебро, да? Серия содержит Ариэль. Как ее звать? Иди сюда. Тут я сама там спряталась. Давай, не вот так. Буду держать. Как ее звать? Я точно не помню. Ну, в общем, дальше Рапунцель здесь. То есть здесь Бель, есть девочки, все девочки из мультика, да? Белоснежка, Золушка. А ну давайте еще раз. Смотрите, на первой стороне, вот, у нас написано гравюра серебро. Здесь с этой стороны мы видим инструкцию, как сделать. Вот инструкция с двух частей. Первый шаг, это берем специальный такой ручку. Как ручку такую, и по слоям, по верхним слоям, по контурным линиям процарапываем слой светлой краски, потом протираем изображение это сухой мягкой не ручка, салфеткой. Это штихель. Ну не ручка, штихель. Да, так ты сама так сказала, штихелем. Так, и здесь нарисованы какие здесь, вот посмотрите поближе, какие есть еще рисунки в этой серии. Нам попалась русалка Ариэль. Так, вот смотрим, что здесь еще написано. Увага, користуватися під безпосереднім наглядом дорослих. Тому що, мабуть, наверное, из-за того, что можно этим палочкой этой ударить в глазі где-то или пораниться. Да. Ну, давай, будем открывать. Давайте. Здесь вот идет он сам и все. Угу. Похоже, что-то на ручку пока. Угу. Вот. Вот, смотрите. Вот такое, как ручка. А здесь что, их много? Ага, давайте посмотрим, что здесь. Вот такая ручка, а кончик у нее вот такой, как нет. Деревянный, остренький кончик. Смотрите, ребята, как красиво. Поэтому и нельзя маленьким деткам, потому что оно остренькое. А так, как обычная вот ручка. Видите? Ребят, смотрите, как красиво. Ага, то есть с этой стороны здесь такое голубенькое. А, это сама упаковка. Я думала, да, что да, рисунок. Да. Так, упаковку нам и сейчас... Вот он. Ух ты, вот, смотрите. Чуть-чуть блестит прям. Оно видит. Даже сейчас, вот уже вам видно здесь, ага, видно, что оно блестит. А, наверное, когда поцарапаем, будет еще больше блестеть или что? Наверное, будет серенькое такое прям. Вот здесь белая сторона, здесь вот такая, а ну. Давайте попробуем. Давай. Можно я? Можно, да. Я начну, наверное, с рыбки. Это, наверное, долго делается? Да, да. А ну попробуем и увидим, белый что получится. Здесь. Ой, а как? А ну давайте попробуем. Оно же там торчит.
Так это этим и нужно шкрябать. Ух ты. И что получается? Ой, блестит там. Дай-ка. Смотрите, когда я начала шкрябать, оно видно здесь? Ух ты. Видно, да? Видно. То он начинает еще больше. Оно и так блестит, а так еще больше. Ой, только он так шкребет. Голова болит. Я уже не знаю, как мне это вытерпеть. Вот, смотрите, как блестит классно. Ну, давай, да, начинай. Ты как рисуешь ручкой, просто немножко придавливаешь еще. Ой-ой-ой. Ничего, ничего. Нет, ты сначала все зарисуй. Вау. Полностью все, а потом мы будем, даже можешь не смотреть, полностью все обводи, а потом мы будем стирать. Это долго будет очень. Ну, мы посмотрим, как там получается. Смотри. Ух, как красиво все блестит прям вообще. Я хочу Ой, посмотреть. Красиво. Как красиво, очень. Ну давай дальше. Смотрим и дальше. Так. Может помочь тебе? Нет, спасибо. Ну давай. Я уже даже не представляю, какое оно будет. Так, ты давай все сначала обведи, а потом будем проверять, какое. Это долго будет. Очень. Ничего. Ой, как здесь пальцы уместить? Я помогу тебе, если не сможешь. Может, какую-то досочку под низ поставить? Нет, нет. Как раз хорошо. Смотри. Как блестит. А ну давайте мы посмотрим, что уже получается. Да, видно. Видите, как видно? Как или красиво. Нет. Видно, видно. Вот рука очень хорошо блестит. Видно здесь на камере. Класс. Красиво, наверное, получится. Крутой набор. Да, очень интересный набор. Земляничка, мне понравился такой набор. Тебе понравилось? Да, очень. Классно, да. Мы сделаем, тогда повесим его на стену. И мы обещали показать нашим ребятам, какие у нас уже есть поделки. Мы еще это повесим. И уже точно покажем вам, что у нас получилось. Ну еще мы, наверное, там еще одну картинку откроем. Мне звонила Лупси и сказала, что... Она принесет тоже какую-то картинку интересную. Скрипит оно неприятно, прям по сердцу шкребет. Mm. Это единственный недостаток, наверное, этой картинки. Ой-ой-ой. Что там? Что-то там нет. Ты сам поведешь. То есть, видите, процесс сам не сложный. Просто нужно, как мы просто обводим. Просто нужно терпение. Терпение, да, это точно. Здесь просто обводим, но еще немножко придавливаем сверху. Сдираем верхний слой этой белой полоски. Мне интересно, оно закончится или нет? Нет, это же, наверное, немножко поближе к нам. Это же просто как кусочек дерева. Да не, вот, смотри, оно заканчивается. Не-не, это оно это кажется. Черненькое. Это черненькое, потому что это ты попадаешь на черную вот сюда, когда шкрябываешь. И получается, это тебе как досточка, ты просто сошкрябываешь белую краску. Ух ты, как красиво. Ух ты. Класс. Так, ну, я думаю, получается. Это не будет видно. А ну, если мы черное сошкребем, ничего не получается? Получается, получается. А по черным тоже все серебряное. Да, я ж, вот, видишь, чуть-чуть. А, ну черное, наверное, видите, нельзя сошкребать. Давайте попробуем потому сейчас. Потому что будет все серебряное. Так сделать.
Что? Ну. Нет, черное не будем, ты что? Нет, ну. А, протереть? Да. Тряпочкой? Можно сделать. Давайте. Ой, где мы ее поставили, тряпочку? Прямо. Это упало, наверное, у нас. Мы где-то приготовили. Я не доприготовлю. Не, вот. А, ну. Так, попробуем. Не, немножко нужно, не сильно. Совсем не видно. Вот, ну ничего, почти. Это верхний слой, просто что ты сошкрябала, не сильно надо. Так, легонько. Вот, смотрите, как блестит красиво. Ничего не получается что-то. Почему не получается? Да потому что ничего не случилось. А что должно случиться? Ты просто протереть легонько должна была, чтобы вот этот слой белой краски убрала. Ты и все. Больше ничего. Давай я немножко помогу тебе. Тебе не получается, ты очень легенько. Нет, не зашкребывается. Здесь получается, понятно, здесь даже на черном тоже, если будешь шкрябать, тоже будет блестеть. Но черный нельзя трогать, потому что тогда будет размазанный рисунок. Тогда вообще не рисунок будет. Ой, как оно шкребет по сердцу, это вообще. Это уже кому 8 лет. Неприятно это. Без мам, без пап. Думать, что это для взрослых просто невозможность. Ой, это мамочки. Нужно мне самой снимать. Просто кто не любит, как скрипит, это не совсем приятно. Давай, ты будешь сама, наверное, это делать. Почему? Мне сколько получилось? Ничего. Много тебе еще осталось? Очень. Уже 15 минут мы это делаем. Ого. Угу. Я уже даже не помню, что я делала, что я не делала. Вообще не понимаю. А ты возьми, посмотри. Мне очень много нужно. Так, еще многовато, да, нужно. Я вообще не понимаю, как здесь глаза сделать. Это вообще невозможно. Угу. Вот смотрите, как красиво уже получается. Надо было им самим попробовать это сделать. Да, немножко не совсем удобно, оно соскальзывает. Давай я немножко попробую. Особенно эти маленькие детальки, это просто... Ну, давай не будем их сильно придавливать. Так тогда вообще ничего не будет видно. Как вначале. Не, видно, блестит все равно. Красота. Когда
положишь, видно, что все оранжевое, как будто. А когда... Ничего оранжевое. А когда так, ну вот видно, как будто оранжевое. Так, что я здесь уже сделала? Челочку, по-моему. Ну, давайте посмотрим, что там. А, лицо мы уже почти закончили, да. Ну, давайте сделаем хвостик, наверное, внизу, а потом волосы в середине. А, или вот здесь я лучше волосы. Я завтра пойду в школу. Да? Да. А что ты любишь в школе больше всего делать? Английскую. А, ты любишь английский язык? И математику. Поэтому я сегодня приду. Так как сегодня у нас будет английская. И со мной еще пойдет моя подружка. Ты еще ее не знаешь. А кто придет сегодня? Черничка или кто? Нет. Новая героиня. А кто же это у нас там новенький такой? Я забыла, как ее звать. Как же ее там звали? Она с какого-то мультика? Нет. Она обычная. Ух, как оно скрипит. Боже, какой-то ужас. Мы, наверное, все не будем процарапывать. Вот хотя бы немножко начнем и все уже. Ого, на 17, уже 18 минут. Что это делаем? Хвостик хотела я немножко поцарапать, но... А, ну немножко видно, да. Видно, хвостик. Сейчас я еще немножко поцарапаю хвостик. Поцарапаю хвостик. Поцарапаю хвостик. Так, да. А, вспомнила, ее звать Соня. А, Соня должна прийти? Да. Маленькая? Угу, она меньше всех. Меньше, чем я. Наверное, она мне где-то до юбки. А сколько Соне лет? Ей 5 лет. И через 3 дня ей уже 6 лет. Все, мы, наверное, не будем больше это уже делать до конца. Мы это доделаем потом уже до конца. Ну, давайте покажем вам всем, что у нас получилось. Вот так я покажу, как переливается. Видно, видно, смотрите. Не трогай. Красиво. Вот так вот. На самом деле оно видно совсем по-другому. На камере видно, как все прям по-настоящему блестит. Вот такой красивый как-то... набор. Ну, набор, в общем, хороший. Ну, немножко, конечно, этот скрип не совсем, я думаю, что всем нравится. Ну, а так, конечно, очень даже красиво получается. Наверное, мы потом доделаем и вам покажем. Угу. Ну, все. Давайте будем прощаться с нашими ребятами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте смотреть новые видео. Пока-пока! Пока-пока!